Всем привет, с вами Данте Лазар, и мы продолжаем играть в Доту 2. Мы играем просто ради развлечения, а не ради того, чтобы кого-то нагибать и так далее. Хотя, не знаю, как насчет Лазара. Это так, тонкий намек. Так, ну что, я первый беру оглушение. Беру да. Бот. Чувак! Блин, офигенно, у них команда, честно, у нас. У нас даже не такая команда, как у них. Мужик. Не, ну не честно, блин, они одних типа кэрри понабрали. Я жму F9. А кто это не делает? Ну нажимай. Или F10 надо нажимать. F9! О! Кто? Не знаю. О, я. Молодец. Да он! Теж ты нажимай. Так, что эй! Там? Мега убийство. Че он нам пишет? Блин. Бери хилки и в лес, скайп. Не плюс. Я сейчас буду нажимать. Вы че тупите, F9, ребят? Я нажимаю, ты чё? Ладно. О. Стоп спамы in Russia and tell me. Хорошо. Мужики. Ну чё, мы с тобой... Ну я за тебя зацепляюсь сразу. Идём на этот. В общем, на мид, на этот, на бот идём. О, отлично, еще там. Блин, ну когда он скажет ням-ням-ням-ням-ням, Джан, Джигерна. Вообще офигенно. Бери много хилок. Бери много хилок. Бери полный инвентарь хилок. И тащи. Да, весь инвентарь забей хилками. Да. Зато тащить. О, правильно то, что хил это. Как ее? У меня есть своя. О, кто-то варт, дает. Варт. Общий контент. Нет. Мы должны тащить по-любому их трое. Но они сильные. Ну у них путь! Да, это мне как-то же пугает. Он, кстати, меня приглашал на топ. Путь, урса и этот. Ожидай! Ожидай! Так вообще звучит вообще. Просто. Нагибай! Батов? Он понял, что он... Он не понял, кого надо нагибать. Ты куда? А, блин. Чё там за удот, блин? Сейчас вообще будет легко, по идее, но если они нас будут ганкать... Чё за синий удот там стоит, блин? Пойду убью его. Блин. А, гирокоптер это. Йо. Да. Нормально. Лучше на миде. Нормально. Я стан. И все, ему капец. О. Ой-ой-ой. А, ну. А им кто-то управляет. Ну да. Ну, в принципе, не беспокойся особо. Все равно уровни одинаковые. Но без клов, правда? Да на тебе, уйди нафиг отсюда. Чувак, мужик. И мурсаж только качается, пойми как. Отойди, блин. Я намекаю им, ибо от... Ах. Я качнусь, нет. У меня такой же вопрос, блин. Да они своих миньонов убивают, сказать, сволочи. Отлично. Криты. Так, беру вот это, чтобы, если что, им еще звездюли давать. Так, откроем. Да погоди ты. Да ё, чё персонаж такой тупой? Тупит, точнее так. Ну зашибись, гирокоптер вообще, сука такая. Правильно делаешь.
Да не бери ты второй спел. О! А хотя... Я уничтожу! Или она в тебя врезалась? Я уничтожил! О, молодец. Ну, чтоб с трипами было. Ой-ой-ой, быстро. Как быстро. Кидай давай, гирокоптер, Стан, гирокоптер. Есть. Давай. Всех у меня состелили. А, гирокоптер отключился. Великолепно. Вот почему, чего случилось? Блин. Вы чем пришел ты сюда? Молодец, что понял. Не молодец. Че давай, Баш? Да, Урсай пуш остался отлично просто. Ой-о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 й-
Я, блин, думал, ты в этот... Вард поставишь. А мне лежит, она чуть лежит. А. О, ну чё, он допёр, что он, ему нахрен отсюда валить надо. Так, отходим. Так, баш... Не очень вовремя они, конечно, ну ладно. Ну пофиг, сейчас мы им разнесем. Счет 2-2. Кого же успели снести? У нас. Пуш идет, пуш! Вижу, с двойным уроном. Вовремя я поймал его. Беги. Отлично, я вовремя его поймал, очень вовремя. Пуш! Пуш! У него хп мало. Ко мне иди быстрее. Хп мало у него. Да он убежит сейчас от тебя, чё ты? У него двойной дамаг. У него шестой уровень, кстати. Он мид. Чё сразу не сказал, что вард на хил поставил? Я тебе говорил, иди сюда. Ну ты просто сказал, иди сюда. Смешно сказать. Самый ослинский. Так, чё мне надо... Уж отключился. Ребят, это мне кажется уже неинтересно. Да. А, кстати. И Урса отключилась. Лазер, ты ж можешь сейчас задать вопрос, который ты это. А, да, если кто сейчас смотрит это видео, ответьте на вопрос мой. Мне создавать свой канал или нет? Или также продолжать играть с Данте? Пишите его в комментариях, свой ответ. Или можете в нагу ему написать в личку. Да. Если вы его найдете. Easy win, ага. Не, интересно. Да, давай еще. Ну просто-напросто отключились и все. Ладно, давайте на этом закончим тогда. Встретимся в следующем видео. Да. Всем спасибо и всем пока. Увидимся в следующем матч. Матч, да.